Добрый день, мои друзья, мои уважаемые подписчики. Сегодня я вам расскажу об одной практике, которая поможет вам получить деньги. Если вам очень-очень сильно нужны деньги, ну просто вот вы не знаете, где взять. Ну, допустим, завтра зарплата не осталось ни копейки. Или там послезавтра пенсия придет, там, или еще что-то. Вот, или что-то надо вот заплатить. Кредит, и вы не знаете, как, вот, где, вот, то нужно обратиться к Вселенной. Делается это так, вот такая практика. Берется лист бумаги, на нем пишете, вот, рисуете такой круг, в центр круга ставите стакан и наливаете воду. Последовательность соблюдаете, то есть сначала бумага, за ней потом рисуете круг, затем ставите туда стакан, наливаете в пустой стакан воду. Теперь следующее действие. Бросаете любую монетку и насыпаете щепоточку соли, обычную соль. Таким вот образом насыпаете. Насыпаете. Вот. И теперь эта соль должна раствориться. Можно размешать ее. Или подождать, пока она растворится. И теперь произносим такие слова. Вода чистая, соль соленая, монета звонкая. Даруйте мне богатство и процветание. Да будет так 27 на 108 раз. И так и будет, поверьте мне. Теперь эту воду можно вылить. Монетку достать, положить в кошелек ее. А вот этот лист бумаги просто порвать и выбросить в мусорный пакет. И поверьте, деньги к вам придут. Но сколько придет денег? Вы видите, я ничего не сказала по поводу, сколько придет денег. Во-первых, Вселенная должна знать, сколько вам нужно, прям вот необходимо. Откуда они придут, тоже вы не можете знать заранее. Ну, а для того, чтобы это видео как бы подействовало, потому что все зависит от вашего желания, от того, какие вы чистые в душе, от того, как к вам относится Вселенная, вот, и от того, как вы благодарите за эту Вселенную, потому что нужно обязательно сказать «благодарю», как только придут эти деньги, и потратить их на благое дело. Ну и поставить нужно лайк, написать комментарий, подписаться на мой канал. Вот. Это вот плата ваша минимальная за мое видео. У меня нет отдельного канала для видео всяких, где я всяк... У меня, в общем, один канал пока что. Вот, но в дальнейшем я планирую уже сделать отдельно. Но у меня есть плейлист. Там вы можете посмотреть мои заговоры, мои все вот все мои видео, которые относятся вот именно к заговорам. Как-то так, мои друзья. Всем всего самого хорошего желаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь моими видео в соцсетях. Всего вам самого-самого хорошего. Сегодня у нас четверг, 14 марта 2024 года. Я в Воронеже нахожусь. У нас тут плюс 15 градусов на улице. Но у нас Воронеж, пока еще и снег лежит и все такое, поэтому люди ходят в зимнем. Большинство людей ходит в зимнем. Потому что для нас 15 градусов это
Не такая жара, но вообще-то тепло. Так что так, как-то так, мои друзья, всего вам доброго. А то, что вот у меня тут голуби, какашки всякие, ну, вы, думаю, знаете, что какашки, голубиный помет, это всегда к деньгам. Так что вот я часто-часто протираю. Ну, вот это не подоконник, а это козырек надо. Вот этот козырек я все время протираю. Но вот видите, иногда какашки все-таки бывают. Наверное, ночью. Ну, всего вам доброго, мои друзья. Всего вам самого-самого хорошего желаю. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. И всем моим подписчикам большое-большое спасибо. И всем, кто шлет мне донаты. Огромное спасибо. До свидания, до новых встреч на моем канале.